Всем привет, ребят, с вами я, Диана, и в этом видео я вам расскажу, как получить новый вертолет за робуксы. Но перед началом этого видео подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Ну, для начала давайте посмотрим, как выглядит наш вертолетик. Он у нас стоит 549 робуксов, давайте его достану. Вот так он выглядит, получается, в воздухе. Знаете, управление достаточно легкое, лучше, чем на других вертолетах. И я уже зашла на донатерский сервер, давайте посмотрим, что же нам могут за него предложить. Ведь он стоит 549 робуксов, это немало. Ура, спустя много времени мне прилетает первый трейд, давайте посмотрим, что же тут нам хотят предложить. Я ставлю вертолетик, а мне ставят мифические яйца. Вот цена 549 робуксов, нам предлагают мифические яйца, которые стоят за баксы, за игровую валюту. Ребята, меня встретила подписчица на донатерском сервере, я закрыла доступ для всех, не знаю, как она меня нашла. Давайте я подарю ей подарочек, потому что я почти всем дарю, кто, ну, как бы меня встречает и не выпрашивает питомчиков. Некоторые просто, как бы, ко мне подойдут: ура, я тебя встретила, подари бета. Я таким не дарю, ребят, я вот дарю, ну, как бы, тем, кто не выпрашивает и так далее. Вот, давайте подождем, пока эта девочка согласится, и посмотрим на ее реакцию. Вот, наш трейд совершается, и давайте посмотрим, что же она нам напишет, или вообще ничего не напишет, потому что тоже такие люди бывают. Так, ну пока что трейд длится долго. Она пишет, что спасибо. Давайте напишу, что не за что. Не, я радуюсь, когда я вам дарю подарки, и я рада, что вы рады, поэтому... Я рада, когда вы меня встречаете, поэтому встречайте почаще. Так, следующий трейд нам предлагают, надеюсь, тут не будет мифических яиц. Так, давайте я поставлю свой вертолетик и посмотрим. Так, нам предлагают поезд. Но, ребят, поезд, он вообще не ценится, хотя он пропал больше года назад и так далее. А в следующем трейде мне тут предлагают хамелеончика, ребят, и я согласна на этот трейд, потому что хамелеончик очень ценный на данный момент. И нам отклоняют этот трейд. Дальше в следующем трейде давайте посмотрим, что же нам хотят предложить. Нам ставят Neon Flyred дракончика. Я думаю, это хорошее предложение, я буду соглашаться на этот трейд, если нам не отклонят. Я поставила галочку, но пока что мальчик или девочка, не знаю, кто это ждет. И, наверное, в чате она вроде бы ничего не пишет и, наверное, думает, соглашаться или нет. Но она отклонила это предложение. Ну, в общем-то, ребята, мы с вами посмотрели трейдики на этот вертолет, но суть-то видео в том, как получить этот вертолетик бесплатно. Ну, в общем-то, ребята, я хочу разыграть для вас этот шикарный вертолет, который стоит 549 робуксов. Это не маленькая цена, и этот вертолет пропадает через неделю, поэтому, ребята, это шикарный шанс поучаствовать в этом конкурсе. Условия конкурса очень просты, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео, а также написать в комментариях свой ник в Роблоксе, что вы участвуете в этом конкурсе. Результаты конкурса будут, как всегда, через неделю, и, как всегда, я оставлю победителя в закрепленном комментарии. Всем желаю удачи. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите любой комментарий. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Также не забывайте про конкурс на 10 000 робуксов. Там 100 победителей, каждый получает по 100 робуксов.